Всем привет! Буду подготавливать подарок жене на день рождения. Пока это только распаковка. Ну, пупырки не пожалели. Вот так это дело приходит. Они открыты. Здесь у нас две инструкции, запасной ремешок. Ремешок, кстати, с этими самыми уже док-станция. Ну и, собственно говоря, сами часы. Фитнес-трекер. Здесь есть стопор. И здесь есть даже наклеенная. О, завелись. Здесь есть даже наклеенное стекло. Такой мягкий силиконовый браслетик. Неплохие часики. Ощущается, как будто бы это самое что ни на есть настоящее железо. Причем не какой-то там дешевый алюминий, а что-то получше. Пластик в железном корпусе. Не знаю, насколько он будет хорош, этот ремешок. И будет ли он такой, как на бипах, который оставлял красные ожоги. Но, тем не менее, вот так вот они выглядят. Часики. Довольно-таки яркий у них и хороший дисплей. Здесь все то же самое. Железка, что не может не радовать. Здесь тоже железка. Ну, думаю, для подарка самое то. То, что они работают, это уже хорошо. Сейчас мы их упакуем немножечко назад. Так как они были. Нам это дарить только через неделю. Поэтому пока, я думаю, лучше повременить и отложить с этим делом. Коробка нигде не помялась, цвет черный, все как заказывали. IPX7 защита на 150 миллиампер. У них идут на часиках аккум 1.4 диагональ дисплея, iOS 8 и Android от 5 версии поддерживает. Здесь нужно будет скачать приложение, ну и соответственно подкинуться этими часиками. Посмотрим, как пойдет, зайдет подарок или нет.